Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. «Р» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Расположенность клени у этого имени и созерцательность затрудняют поиск своего жизненного предназначения. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Звук «Г» в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Нередко эти люди оказываются в центре внимания, щедро пользуются своим положением для извлечения выгоды. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Данное имя связывают с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Мягкий знак означает мягкость и даже некоторую бесхарактерность натуры, повышенную ранимость, но в то же время добронравие и альтруизм. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Солнце помогает этому человеку и дает такие качества, как честолюбие, стремление к лидерству, амбициозность. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Этому имени присущ дар красноречия, раскованность и отсутствие комплексов. Буква «Ф» в этом имени наделяет людей дружелюбием и жизнестойкостью. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Дружелюбные, носители оригинальных идей, которые на первый взгляд могут показаться сумбурными, но часто они содержат ценное зерно истины. Кроме того, владельцы этого имени стремятся к знаниям, а также делать все добросовестно. Если этому владельцу имени приходится оставаться в тени, то они чувствуют себя неудовлетворенными и недовольными, утрачивая жизненную энергию, фантазию и способность к творчеству. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.